Самарскую церковь «Дом Божий» посетил член Всемирного христианского совета Олег Серов вместе с супругой Натальей. Визит состоялся по приглашению пасторов церкви Антона и Виктории Чумаковых. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Самарскую церковь «Дом Божий» посетил член Всемирного христианского совета Олег Серов вместе с супругой Натальей. Визит состоялся по приглашению пасторов церкви Антона и Виктории Чумаковых. На торжественном богослужении Олег Серов поделился Словом Божьим о живой вере, о том, что наша вера без дел мертва. Церковь получила огромное ободрение. Бог сегодня обильно действовал через него, говорил, служил. Вот. И мудрость Божия, она просто текла через уста этого помазанного человека. После общего собрания прошли мужское и женское служение, где свидетельствами из личной жизни поделились пасторы Дмитрий и Елена Адалимовы, которые также приехали из Пензы. Братское служение прошло за общим столом, где мужчины принимали вместе пищу, общались, слушали Божье слово, а затем могли задать интересующие их вопросы Олегу Серову. Я получил просто действительно благословение от этого служения, от этого братского общения. Действительно нужно это мужское слово от человека, который давно в Боге. И действительно видно, что такой крепкий мужик. Пусть сбудется, о чем он молится, о чем он переживает. Мы увидели здесь огромное количество людей с открытыми сердцами, с наполненными Духом Святым душами, с огромной жаждой. Люди слушали Слово Божие, люди славили своего Бога, люди молились. И очень хочется надеяться, что это Слово Божие запишется на скрижалях их сердец и найдет отклик в их жизни. Служение для женщин проводила Наталья Серова. В своей проповеди она касалась вопросов семьи, отношений с мужем и детьми, служения женщин в церкви и личного благочестия. В завершении служения сестры также могли задать свои вопросы Наталье Серовой и вместе помолиться. И получили такой новый призыв не унывать, не бояться, а идти за Господом, идти с Господом и быть благословением для своих семей и для своей церкви. Все просто, понятно, доступно. Вот. Это та мудрость вечная, неприходящая, которая очень нужна нам, чтобы быть счастливыми. Я хочу сказать, что действительно атмосфера здесь любви, почтения Господу. Вот. Нам всегда нравится сюда приезжать. Елена Адалимова, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая вера», специально для ТБН.